По словам секретаря политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Ефимова, решение об исключении Романа Гребенникова из партии было вызвано несколькими причинами. Во-первых, за нарушение партийной дисциплины, во-вторых, за дискредитацию партии. А также Владимир Ефимов отметил, что толчком к исключению стало постановление губернатора об отрешении Гребенникова от должности. Мария Иванченко, телекомпания «Ахтуба».